Под Киевом люди начали кидаться на трактора, чтобы остановить выброс опасных удобрений всего в 20 метрах от Десны. Именно эта река, друзья, обеспечивает питьевой водой всю столицу. Что теперь, окрім води, тече з крану киян? И які хвороби викликають нітрати? Кто травит киевлян, разбрасывая опасные химикаты возле Десны? Враховуючи швидкість води в Десні, через півгодини забруднена вода буде в нас на водозаборі. Ця вода транзитом може попасти в питну воду і призвести до екологічної катастрофи в Києві. Знаєте ли ви, какая вода сейчас течет из вашего крана? Накопичення окремих хімічних речовин, в тому числі ті, які утворюються внаслідок якби реакції з азотом, може призводити і до онкозахворювань. Я протестирую водичку в бювете, Десне і трубопроводную. Наберу води і перевірю, може сюди вже проникли злісні хімікати. І виясню, як хімікати попадають в наші труби і чим це нам грозить. З виду обычний участок землі під Києвом, який віддали під сільхозполя. Но почему же люди блокируют технику? Пошла техника непривычная здесь. Здесь обычно маленькие трактора косят сено, и это в определенный сезон. Трактора нас очень удивили. Оказывается, дело не в тракторах, а в этих мешках с химикатами. Аж 60 тонн карбамида. Этот стимулятор роста вносят в грунт для сверхурожая, но в больших количествах он опасен для людей. Що може бути в даному випадку, сказати важко. Факт, що краще не стане. Добрива вони, в принципі, сприяють якби росту рослин і дають там свій результат для врожаю, але самі по собі це не є щось корисне. Страшно то, що возле полей знаходиться Десна. Іменно із цієї ріки подають питьову воду почти на всю столицю. І якщо в ґрунт попаде хоч один кілограм удобрення, вода в ваших кранах уже може бути ядовитою. Вы только представьте себе, когда выпадает много осадков, эта вода выходит из берегов, поднимается выше уровня берега и попадает прямо туда, на поля, тем самым смешиваясь с химикатами. Местные заволновались, вызвали полицию, созвали депутатов и экологов и остановили химикатное варварство. Но вот попали химикаты в грунт и воду или нет, точно ответить никто не может. На этой земле происходит вот... вирощування сільхозводної якихось культур, що категорично протипоказано в законодавчих документах про режим зон санітарної охорони. У нас не передбачено якихось спеціальних технологічних заходів по зменшенню чи по зниженню ні нітратів, ні нітритів, ні гербіцидів. Враховуючи швидкість води в Десні, через півгодини забруднена вода буде в нас на водозаборі. Ця вода транзитом може попасти в питну воду и привести до экологической катастрофы в Киеве. От поля с возможными химикатами до водоема рукой подать. Ну, вернее, ногой. Вот посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот и сливчик уже готов. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 метров до реки. Это ж как можно было до такого додуматься? Вода-то будет уже в наших кранах. Я решил выяснить, есть ли нитраты в Десне и угрожает ли их количество нашему здоровью. Наберу воды и проверю, может сюда уже проникли злостные химикаты. И добрались ли ядовитые химикаты в мой дом? Возьму ее тоже на тест. Также проверю, что с водой из скважины в центре столицы. Итак, у меня три экземпляра воды. Из Десны, из-под моего крана и бювета. Интересно, в какой же водичке затаились нитраты? Вот у меня есть вот такой вот бытовой тестер, который можно купить в любой аптеке. С его помощью каждый украинец может проверить свою воду на наличие нитратов. Именно этим я сейчас и займусь. Проверить, сколько нитратов в воде, легко. Нужно просто сравнить тест-полоски с индикаторными картинками на баночке. Чем темнее полоска, тем нитратов больше. Приступим. Опускаю на одну секунду и откладываю на минуту. Все, ждем минуту. Так, минутка прошла, и я вижу результат. Оцениваем. Итак, это вода из моего крана. И здесь 10 единиц. В принципе, допустимая норма нитратов. Десна. Сейчас узнаем, проникли ли нитраты в реку.
ситуация, конечно, похуже, чем из крана, но тоже не намного. Показатели практически идентичные, а значит, нитраты в наши дома действительно попадают из реки, но благо в допустимых нормах. Достатньо там на 50-60 сантиметрів просочитися в воді після гарного дощу. Як всі ці речовини, просто вони опиняться в одному водному горизонті з Десною і далі будуть вільно мігрувати в Десну. А що покаже тест води із бювета? Ну і просто блестящий результат демонструє нам столичний бювет. Смотрите, вообще не порозовело. Так что нитратов в воде из бювета нет. Можно смело употреблять. За рыбалку.